Дорогие друзья, мы сделали это. Накануне Рождества мы поехали в город Рождества. Я не был там год и 10 месяцев. А я больше 2 лет. Были недолгие сомнения, ехать или не ехать. Как там сейчас? Как видите, мы в дороге. Вот это да! Какой шедевр инсталляции! Раритет, повисший на дереве и прославляющий ислам! С каждым годом христиан в главном городе христианства становится все меньше и меньше. Статистические данные неумолимы. Еще в 50-х годах 20 века в Вифлееме проживало почти 85% христиан разных конфессий. Сегодня эта цифра менее 20. Ну и раз уже коснулись статистики, то в Вифлееме проживает чуть больше 25 тысяч человек. Город украшен к празднику. Магазины и дома христиан можно узнать по наличию наряженных елок. Вот они, знакомые очертания города. Вифлеем Бет-Лехем, дом хлеба. Это главная версия смысла названия города. Место рождения псалмопевца царя Давида. Место Рождества Богомладенца Иисуса Христа. Я есть хлеб жизни. Мы едем по центральной улице. Она ведет к храму. На площадке у храма бесплатная автостоянка. Там припарковались и мы. В храм спешили не только христиане, жители Вифлеема. Были группы и арабов, христиан севера Израиля. Как видите, храм посещают и мусульмане, ведь это место рождения пророка Иссы. Вот он, главный вход, или врата смирения, как его называют. Роскошный вход в храм на протяжении истории его существования становился все ниже и ниже, пока не остался вот такой низкий и узкий проход. И любой, кто желает зайти в храм, волей-неволей совершает поклон. Посмотрите, какая дверь, какая работа! Ее подарили храму в 1227 году, выполнена армянским резчиком. Это самый древний сохранившийся христианский храм не только на Святой Земле, но и в мире. По преданию, святая равноапостольная царица Елена заложила этот храм во время паломничества по приказу императора Константина. Роскошнейшая базилика была построена над пещерой, которая почиталась христианами как место рождения Иисуса Христа. Базилика освящена в 339 году. Первое историческое письменное упоминание о пещере Рождества относится к 247 году. Ориген писал, что в этих местах живет предание о пещере, где родился Иисус, почитаемый христианами. О роскоши первой базилики можно судить по этому фрагменту напольной мозаики, чудом сохранившемуся до наших дней и обнаруженному в 1934 году. Но тот облик, который мы видим сейчас, храм принял после сильного пожара в 529 году, во время восстания самаритян. Храм вскоре восстановил император Юстиниан. Сохранилось предание, что храм не пострадал при персидском нашествии 614 года. А ведь тогда были уничтожены все храмы и монастыри. Так что же остановило персов? Что спасло храм от разрушения? Персы были поражены мозаикой на внешней стене храма. Изображением поклонения волхвов, персидских волхвов-астрологов, принесших дары – золото, ладан и смирну Богомладенцу Христу. Из-за благоговения перед предками храм был сохранен. Посмотрите на эти фрагменты прекрасных мозаик. Этими настенными мозаиками храм украсили в период правления крестоносцев на средства иерусалимского короля Альмарика и византийского императора Мануила Комнина в XII веке. Мы видим лишь уцелевшие фрагменты византийской золотой мозаики. Почти весь мозаичный массив
был утерян во второй половине 17 века. Тогда турки разобрали дубовую кровлю храма, переплавив свинец от нее на пули. Внутренняя часть храма стояла незащищенной 10 лет. В результате мозаикам был нанесен непоправимый ущерб. Мы любуемся фрагментами, восстановленными в период с 2013 по 2017 годы реставрационной компанией из Италии. На каждой из колонн верхней части можно различить изображения святых. Баптистерий из Вифлеемского камня сохранился с VI века. По преданию, людей в нем крестили в воде, привезенной из Иордана. А это более поздние граффити, которые появились после очищения колонн в ходе последней реставрации. Колонны так отполированы, что создается ощущение мрамора. Сейчас вы видите резной иконостас Кефаликона, главной части храма. Его установили в 1764 году. Великолепное серебряное паникадило – подарок российского императора Александра III. На этой колонне мы видим лик Спаса Нерукотворного. Он написан в XII веке. В 1996 году здесь произошло чудо. Лик Спасителя плакал. Да-да, это не выдумки. Из глаз текли слезы и стекали вниз по колонне. Чудо было засвидетельствовано Иерусалимским патриархом. О нем писали в прессе. И вот мы уже в православном пределе у спуска в пещеру Рождества. Это предел обрезания Господня. Младенец Иисус был обрезан на восьмой день по закону Моисея. Это знаменитая икона Вифлеемской Божьей Матери. Икона почитается как чудотворная. На ее лике мы видим улыбку, радость рождения. К сожалению, точную историю этой иконы никто не знает. Но черты лика Божьей Матери указывают на арабское происхождение иконы. Есть сведения, что русская императрица Мария Александровна свои личные драгоценности и парчу пожертвовала на украшение этой иконы. В пещере Рождества людей немало. Приехали поклониться месту Рождества арабы-христиане с севера Израиля. Хотя Евангелие и не упоминает о пещере, как о месте Рождества, но все древние предания говорят именно о пещере. Место рождения Иисуса Христа отмечено серебряной звездой. Эта звезда взамен старой, украденной, была установлена в 1852 году. Пятнадцать лампад неугасимо горят над местом Рождества.
не прощаемся с храмом. Мы говорим «до свидания». Было радостно поговорить со старыми знакомыми. Всем нелегко, все ждут возобновления туризма. Мы еще хотели посетить и показать молочную пещеру. И по улице Милки Грота мы вместе со всеми идем туда. Как видите, улица не только для пешеходов, надо потесниться. Мы посетили Вифлеем Воскресенье, поэтому многие магазины не работают. А может быть и закрылись вовсе. Вот эти изделия выполнены вифлеемскими мастерами из оливы. Закат отражался в облаках. Радостные люди, во всем ощущалось приближение праздника. Молочная пещера тоже не была пуста. Существует предание о том, что именно в этой пещере Дева Мария кормила божественного младенца, и капля молока упала и окрасила стены пещеры в белый цвет. Известняк действительно очень белый и творит чудеса. Бездетные супруги становятся родителями, хотя, конечно, это вера творит чудеса. Здесь есть большая фотовыставка счастливых супружеских пар с чадами.
Конечно, мы не могли не посетить площадь Рождества или площадь Волхвов напротив комплекса церкви Рождества. Нарядная рождественская елка привлекает особое внимание. Мы увидели здесь много молодежи. А также нам захотелось немного пройтись и почувствовать атмосферу рынка Вифлеема. После посещения рынка мы погрузились в самую настоящую атмосферу рождественского сочельника Вифлеема.
здесь мы встретили нашего старого знакомого, жителя Вифлеема Михаила, с его дочкой Миной. Как зовут ее? Мина. Мина. А какое красивое имя. Спасибо. Иси, огромный привет. И мы делаем для Ютуба небольшой сюжет. Да. Миша. Миша работает, Дауд, Иса Дауд. Дорогие друзья, мы в Вифлееме. Приветствую вас в канун Рождества. Как известно, это город Рождества. И сюда приезжает очень много местных жителей. Несмотря на эпидемию, мы видим вот столько молодежи, христиане, мусульмане. Кто угодно хочет присесть сюда под елочку, увидеть рождественский вертеп и порадоваться празднику. Всех наших друзей, подписчиков, православных христиан поздравляем с праздником Рождества прямо из Вифлеема.